Всем привет! С вами Татьяна Букреева, и в этом коротком видео я расскажу о том, как писать картину после долгой разлуки. Бывает наверняка у вас такое, что вы начали писать работу, но не закончили ее. Прошло несколько недель, и дальше у вас возникает вопрос, что же с ней делать, чтобы продолжить работать. Так вот, после того, как прошло больше 2-3 недель, на картине при высыхании масляных красок возникает небольшая пленочка, да, масляная такая пленочка, которую желательно убрать. Раньше это делали срезом картофеля, срезом лука, чеснока. Сейчас это можно сделать простым растворителем. Например, вот таким вот, да, white spirit тикуриловский. Вы проходите широкой кисточкой полностью по всему холсту, лишнее убираете тряпочкой, и эта пленочка, она снимается. И дальше вы можете работать уже по просохшей картине, добавлять нюансы, которые вам необходимы для работы. Если вы в следующий раз также там прошел какой-то период, вы картину не закончили, точно так же проходитесь растворителем, убираете эту масляную пленочку и работаете дальше. Единственное, что соблюдайте порядок, да, от тонкого слоя к толстому, да, то есть не делайте так, что сначала так пастозно написали, а потом пытаетесь что-то туда вписать. То есть первый слой он всегда более тонкий, чем дальше проработка идет, тем у вас могут быть более толстые мазочки. Пишите в комментариях, если еще возникают какие-то вопросы, я обязательно на них отвечу. До встречи!